А, блин, вот это можно и инфаркт получить. Ты что, псих, что ли? Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Васаби, Гусанёк. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было крутецкой рубрики «Аниматроники пугают охранника». Мы скачали новейшую карту, добавили новые пилпаки на аниматроников. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Поделились мы на две команды, два аниматроника и два охранника. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Кстати, камеры здесь перелистываются с большим опозданием, и это очень странно. О, все, заработали, отлично, камеры работают. Так, мы здесь. Так, я уже слышу, они топают, очень громко топают. А что такие звуки громкие? Так, слышу, подходит. Подходит. А здесь вообще за углом, трудно будет аниматроника видно. Хотя вот если смотреть в тот проход, как раз будет его отлично видно. Подходит, подходит, отлично, стоит. Так. Это здесь мы находимся, здесь камера вот эта вот. Подожди, она как-то странно показывает, не ту картинку. Вот я вижу, еще один идет. Лефти идет. Давай. Отлично. Кстати, ребята, смотрите, на этой карте тратится энергия. А, пацаны еще кнопку не нажали, для того, чтобы энергия тратилась. Нет, нажали, нажали, я вижу. Так, нам надо максимально долго прожить. Потому что энергия, если доходит до сюда, то все, мы начинаем проигрывать. Потому что двери мы не сможем закрывать. Очень страшно и очень сложно. Они что-то громко топотят. Мы добавили, кстати, пилпаки Sister Location из карты FNAF 6. FNAF 6 карт аниматроники выпустили вот недавно, прям свежачок. Кстати, карта тоже новая. Я вам сейчас постараюсь ее показать. Когда эти аниматроники вонючие перестанут нас атаковать, я вам покажу ее. Она очень классно сделана. Маленькая, компактная, но очень прикольная. Опа, Чилипиздрик пришел. Так, а это куда камера выходит? Надо изучить. Ого, ты чё пролазишь сюда? Эй, зашел! А он добрый, он нас не может убивать. А он нас ничего не сделает. Двери давай открывай, потому что энергия ж тратится. Саня, открой дверь, Саня, открой дверь. Всё, отлично, отлично. Эй, уходи, у нас энергия скоро кончится. Чё он так долго стоит? Во-во, я вижу, ушел. Вот, теперь я вижу камера, которая отображает вот тут комнату. Так, отлично. Еще один, да, идет? Да. Так, вот, наверное, вот эта камера, которая будет отображать коридор нам. Блин, они как-то здесь камеры странно выставлены. Ой. Попугай к нам хотел. Успел, успел. А это не просто попугай. Если он сейчас нажмет R английского, он станет Фокси, который на плече попугай висит. Во, видите? Я знаю этот прикол. Давно у нас не было, кстати, аниматроников FNAF 6, потому что их не было вообще в мастерской. И теперь их добавили. И мы их добавили сразу в коллекцию. Все, он ушел. Отлично. Так, постараюсь вам, ребятушки, показать эту пиццерию. О, Пингвинус! Нельзя открыть. Ребятушки, смотрите, здесь у нас комната. О, нет. Где можно нажимать здесь кнопку. Ой, интересно, я ее отжал, эту кнопку, или нет? У нас энергия не тратилась. О, что-то громко открывается эта дверь, так классно. Так, здесь у нас вот сам офис. Так, подожди, а здесь что? Давайте. Ой, 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 ой. Что, что ты мне сделаешь, подлец такой? Надо быть очень осторожным, очень, очень, очень. Убью. А, их двое. Ладно, ладно, я вам поддался специально. А интересно, вот эта дверь на улице, ее можно открыть или нет? Отлично, ребята, смотрите, я нажал кнопку, теперь у нас энергия не тратится. Офигеть, теперь можно ходить, там кнопку постоянно нажимать, чтобы мы не проиграли. Скрабчика пришла. Так, ребята, теперь мы постараемся очень долго выживать, пацаны нам уже ничего не смогут сделать. Так, да, энергия не тратится, отлично. А я пойду ее отожму. Я буду ходить это и делать постоянно. Все, тратится, нажали, вот блин, заразы такие. Так, давайте нажмем на вот эту вот кнопку. Комнату, подождите, это не она. Вот эта комната, которую я буду видеть. Кто с моей стороны, кто-то идет. Их двое с моей стороны. Дверь закрыта. Блин, энергия быстро кончается, а что так? Так, Пингвинус, ну да, я пройду, нажму кнопку, пойду.
вообще-то сюда пришел? А, тут туалеты. Блин, я еще не выучил, где эта комната находится. Есть? Наверное, вот здесь вот. А, нет, это мой офис. Эй, а где эта комната? Мы здесь, возле нее. А вы ее охраняете уже? А я понял, я понял. Не, они не охраняют. Они около дверей меня карают. А, привет. Зараза. И по башке ему монтировкой дал. А, выйти нельзя. Я думал, выйти можно. А я буду убегать от тебя. А, блин, убил. Зараза такой, а? Так, энергия садится. Я помню, это было вот эту вот штучку прямо у нас. Садится быстро. Подожди, а двери закрыты? А чё энергия садится, если двери закрытые? Ой, открытые. Где он топает так громко? Ага, я понял. Надо сюда. Блин. Очень стрёмно. Есть, я успел. Отлично. Опять лифтюшечка. Так, надо теперь как-то пойти нажать эту кнопку дурацкую. Ой. О, добренький. А, это щелепиздик нам ничего не сделает. Так, надо запомнить, где эта комната находится. Мне кажется, Дима, или в твою сторону пошел скриптор. Ничего страшного. Ты справишься, пингвинус, давай, я в тебя верю. Так, здесь нету. Так, туда, а, подождите, давайте еще раз проползем, посмотрим, что там у нас. Я не понял, и там сцена. А, это я срезаю. Блин, вот это можно и инфаркт получить. Ты что, псих, что ли? Никого нет здесь? Тихо. Пришел. Ага, я вижу. Вот эта комната. Я успею. Есть, я отжал. Есть, пингвинус, будем дальше. Давайте проверим энергию. Все, энергия пополнилась, полная. Отлично, ребята, теперь я знаю методику для того, чтобы мы дольше всего протянули. Ой, это что там за колобок идет? Дим, смотри. Уже 2 часа ночи прошло. Дима, я опять включил кнопку. Блин, я помню этого аниматроника. Может теперь опять заново рубрику записать, какой аниматроник самый медленный или самый быстрый. Так что, ребята, напишите в комментариях, какую рубрику нам снять с этими новыми аниматрониками. Какой аниматроник самый быстрый или какой аниматроник самый медленный. Пишите, какой больше всех будет комментариев, ту рубрику мы и снимем. Потому что их обновили, и их, кстати, очень много. Я вам сейчас покажу, сколько их здесь добавили. Смотрите, сколько у нас идет пилпаков. Прям классно. И у нас есть теперь Sister Location. Ой, Security Breach. Тоже это обновленные. Это не те, которые мы записывали, это другие совсем. Ой, там марионетка. Ой. Там еще робот есть. Пацаны, они разговаривают или нет? Вроде нет. Ага, я думал, что какой-то аниматроники тут разговаривают. Может, Чика или Фокси должны вроде разговаривать, не? О, нет. Блин, Дима. Отлично. А! Блин, как он зашел, этот подлец, вонючий. Разговаривают. Да. Блин, озвучка классная. Это не... Раньше они так не разговаривали. Я помню, что они реально молчали. Это как после скримеров. Да. Ой. Открываем. Дима. А! Эй, зараза, приклеился к стене. Не смогли. Ну что, опять у нас энергия полная. Ребята, вот так мы и затащим. Скоро будет середина ночи, пацаны. Теперь я буду тут стоять. Так, смотрите, вот ролик уже идет у нас 8 минут. Если вы сейчас не сможете... давайте, если до 15 минут мы выживаем, то значит охранники выиграли. Давайте даже не выживаем, а чтобы у нас энергия кончилась. Если энергия кончается, то вы выиграете. Если энергия не кончается, побеждают охранники. Давайте, пацаны, у вас есть 7 минут для того, чтобы это все сделать. Главное, что дверь возле нас. Я теперь буду максимально быстро пытаться туда зайти. Так, давайте вот так запрыгнем. А, я ж могу включить камеру. Давайте мы сейчас вот эту камеру включим. Во, теперь я вижу ту комнату. Пингвинус. Я успею. Скраптрапу вообще пофиг, он там стоит, прям Диму пропустил. Блин, он стоял, ждал меня. Вы что, получается, теперь будете чекать дверь там постоянно? Да. Да. Вы чё? Это я хотел так делать.
А, он стоит там! Он там стоит! Она так резко прибежала, блин. Так, 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 так. Сказка закончилась, Дима. Так, надо что-то выдумывать. Так, ребята, сейчас я что-то придумаю. Он берет, он ничего не придумает. Придумаю, придумаю. Я очень умный. Так, отлично, отлично, отлично. Так, а ну дай я до пингвинус пройду. Что-то типа самый двери. Умный, да? Да. Под левой двери очень пусто. О, нет. Тихо, тихо, тихо. Блин, у вас энергия очень быстро кончается. Блин, еще чуть-чуть я бы успел, ну пацаны, еще б чуть-чуть, ну просто на соплях. Я могу вообще портал на двери поставить? Блин, было бы классно себе на двери мог поставить. А вот так могу поставить? О! Есть, 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 есть. Так, сейчас мы что-то придумаем. Отлично! Отлично! Есть! Я успел нажать кнопку! Я не успел нажать кнопку! Блин, мы сейчас проиграем! Нет, 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 нет! Открывай двери, открывай! Открывай, открывай двери! Ай, заразы! Ай, ну зараза, ты стоишь там! А всё? Да вы заразы, ну отстаньте от нас! Может, самому умер? Сейчас я что-то придумаю. Так, подожди, он там стоит? Я не вижу портал. Вижу, вижу, вижу. Кусочками пробивается эта картинка там. Ой, 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 я застрял. Так. Так. Портал. Где такой портал? Заходи, заходи в портал. Сломай! Блин, я так пытаюсь зайти туда, я не могу. Так, дверь открыта, дверь открыта, но энергия тратится все равно, ну нет, ну мы должны выиграть. Половина. Дима, ты еще половина только. А оно не дойдет до конца, не обязательно, чтобы до конца доходить, до стола может дойти. Эй, ты что делаешь? Блин, догадался. Попытка была хорошая. Так, 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 подожди, мы в пингвинусе застряли. Лепи-лепи-лепи-пик. Ну я ничего тебе плохого не делаю, ну блин, ну я так хочу нажать ту кнопку. Нет. Вон, вон, лови, Саня. Он ничего не сделает, пусть там и стоит. Дверь открой, мою дверь открой, обязательно. Он сейчас башкой своей дверь нам загородит. Так, 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 мне получается, чтобы перейти на ту сторону, надо сюда через этот проход проходить. О, привет. Ты мне ничего не сделаешь. Ой, 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 ой-ой-ой. Так, я тут не могу поставить, здесь могу. Ну ты зараза! Вы обманщики! Вы меня обманываете! Отлично! Отлично! Привет! Так, я вижу кнопки, ребята. Вот кнопки. Мне надо как-то успеть резко зайти и нажать ты, их. А что кнопки не работают? Я успел нажать, я успел! Есть! Я успел! Молодец!
Так, ну что, у вас, пацаны, еще есть 3 минуты. 3 минуты для того, чтобы... А теперь мы будем просто закрывать двери и выживать. Можно просто почилить. Все, мы теперь просто чилим, да. Все, двери не открываем, сидим. Теперь, пацаны, давайте, мы, если вы нас убьете по красоте, по-честному, то мы проиграли. Раз у нас энергия полная. А я вот не знаю, на 3 минуты нам энергии не хватит, что-то она быстро А, они кнопку не нажали. Надо было не говорить. Ну, зараза. И ну, что у нас энергия не тратится? Они не догадались. Я так, все, энергия очень быстро садится. Она тратится. Да, я вижу, я вижу. Теперь очень быстро тратится. Так, давайте еще камеры поизучаем. Вот здесь у нас есть камера. Здесь вот. Так, это сцена у нас. Это Фокси тут стоит. Понял. А это что за дверь? Откройте правую дверь. А, это там где кнопки. Обязательно, Васаби, откроем мы тебе дверь. Не-не-не-не-не, мы не будем открывать двери. Ну, блин, с такими успехами у нас просто сядет энергия. Классно, плохо, что нельзя через экран ставить порталы. Да, было бы, кстати, очень прикольно. А с этой стороны один сидит. Ставишь камеру просто и выходишь как-то раз. Так, там никого нету. Ну и мы не будем открывать двери. Мы давайте проверим, насколько нам хватит энергии. Блин, классно, конечно, я обманул с порталами, что я поставил, как-то успел в комнате. Вообще. Тебе надо было просто нажимать постоянно удар. Ты не ожидал? Я нажимал. Я просто успел подловить. Так, ну что, еще 2 минуты у вас, пацаны. Дим, давай бонусные 5. Что-что? В честь Нового года. Какие бонусы? Какие? В честь Нового года. 5 минут времени вам. Эй. Ну, у нас сейчас энергия сядет, скорее всего. Так, давайте поклацаем здесь. Ой, как-то странно работает это все дело. Так, все, мы тащим. Мы просто по красоте тащим. Так, давайте проверим, есть тут кто-то или нет. Если никого нету, я попробую дверь открыть. Блин, я не вижу, а есть там кто-то или нет. Так, подождите, вот здесь мы находимся, да? Если я нажму эту камеру. Ага, есть, есть, я вижу, летает челепиздрик маленький. Они, короче, за попугаев играют, думают, что мы их не увидим. Да вот. О, тут вообще эррорное что-то пришло к нам. Нет, а, это марионетка. Так, я вижу. С правой стороны попугай летает, я его вижу. Не обманите вы нас, пацаны, не обманите. Мы затащим по-любому. Потому что мы профессиональные охранники. Ладно, я знаю еще один способ, как особо. Давай. Надо удалить портал на всякий случай. Видите, пацаны, вы не можете догадаться, как нам сюда прийти, потому что никак, по сути, не прийти. Или можно как-то прийти, я даже не знаю. Так, 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 давайте здесь посмотрим. Посмотри в левую дверь. О, урод, привет. Стрёмный, стрёмный. Мне Васаби пишет в Стиме: открой правую дверь. Нет, не надо, не надо. А у нас сейчас энергия сядет. Давайте в этот раз мы сейчас проверим, насколько может сесть энергия. Ну все уже. Уже вот 18 минут. Это уже означает то, что мы по идее выиграли. А я не знаю, вот каким образом можно было бы нам открыть двери, чтобы они выиграли. Я даже не знаю, возможно ли бы это сделать или вообще. Просто они прозевали тот момент, когда я нажал кнопку. Нельзя было про это давать мне шанс этого сделать. Все, мы сейчас будем двери, да, открывать, пингвинус? Конечно. Все, мы открываем кнопки, смотрите. Все, я нажал. Я пошутил. Бегут, 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 бегут. Думаю, что мы все-таки откроем двери. Ой, с той стороны и с той. А тут с этой стороны есть кто-то? Нету никого. У них еще аниматроники бьют на расстоянии большом. Давай, так, мне вас стену убить. Так. Нет, нет. Васаби, ты просил кнопку открыть. Вот, я нажал. Нажимает кнопку. Все, видишь? Энергия садится очень быстро. Сейчас мы увидим, до скольки она должна сесть, чтобы двери открылись. Открой дверь, брат. Брат, открой дверь. Блин, я хотел пойти нажать кнопку. Ой,
заткнётесь! Эй, да смотри! За все разы, короче, нам мстят. Ты что, самоубий? Ха-ха, так ты своего мочишь! Играли! А, не тихоня, чтобы кнопку нажали, я понял. О, я через дверь телепортировался! Успокойся, псих! Мы сюда не выйдем. Как убьем, Дим. Ой. Я сам. Мочим. Все, я нажимаю... Я нажимаю... Ай, блин, да вы задрали. Опа, опа-па. Я вижу, стоит возле кнопки, я вижу. Ладно, я не смогу туда никак попасть. Так, давайте тогда возьмем по-хитрому сделаем. Мы выиграли, Дима, признайся. Ну да, по сути, то, что вы делали, мы много раз умерли, то мы выиграли, да. Так, 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 так. 29 раз, Дима, ты умер. Ну ладно, ладно, аниматроники в этой серии победили. Я просто хочу найти одно оружие классное, но не могу его... Во! И как меня сквозь стену? Так, не открывай, я там стоял. Монетку. Оно бьет через дверь или нет? Я не понимаю, я попадаю или нет? Есть, убил. Заходи, нажимай кнопку. А вы что, сговорились, что ли? Так, давай, короче, закрываем дверь и проверим, насколько садится у нас энергия. Хорош, хорош, по мне попадать. Так. Да все, мужики, да все. У нас вахханали, да я вылетел. Так, все, не убивай, не убивай. Давай проверим, энергия садится дальше. Сейчас проверим, дойдет она до пола или до стола дойдет. Вот мне интересно. До пола она дойдет. Все. Села энергия. А. Да, до стола доходит ровно и все. Ну что, получается, напишите, ребята, в комментариях, кто из нас победил, аниматроники или охранники. Потому что только те, кто смотрел, и зрители моего канала, могут определить. Кстати, даже энергия на экранах села. Мы не можем теперь ничего нажимать. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и всем пока. А я думаю, где взрыв? А, вылетело.